Вместо непригодной построят современную автодорогу. В Сургуте в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» ведется капитальный ремонт 4 участков. Один из них по улице Привокзальной. Каждый гость, приехавший в город железнодорожным путем, попадает именно на нее. Общая протяженность участка почти 2 километра. Обновить ее полностью строители планируют за 2 года. Лужи, ямы, горы песка и плит. И это одна из самых востребованных дорог в Сургуте. Только сейчас по ней проедет разве что специальная техника. Строители уже сняли культурный слой автодороги вплоть до плит, которые положили здесь в 80-е годы прошлого века. На площади 5000 квадратных метров. Работают без выходных. В ночную смену не работаем, в выходные дни, чтобы не мешать отдыху жителей. Дома близко находятся, вы сами это сейчас все видите. Работы выполняю в выходные дни, не шумные. Это вывоз строительных материалов, чтобы никакие демонтажные работы не производятся. Из негодной автодороги этот участок превратится в современную проезжую часть. Здесь обустроят остановочный комплекс и тротуары по обе стороны полотна, а не как раньше, только с одной. А главное, обновится само дорожное полотно. Его построят с бордюрами и ливневой канализацией. Так на этой улице решится одна из самых острых городских проблем. Так случилось, что у нас в городе около 50% дорог не оснащены ливневыми канализациями. Мы иногда с вами видим, что да, просто некуда уходить в воде. И тут бы, как бы мы с вами не огорчались, других вариантов нет, как вот только через реконструкцию. Общая протяженность этого участка 1 километр 700 метров. На капитальный ремонт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделено 462 миллиона рублей. Львиная доля из окружного бюджета и около 10% из муниципального. Финансы освоят в течение 2 лет. В этом году мы выполняем капремонт на участке 600 метров. Ну, то есть третья часть от общей протяженности. Остальной километр, ну, 1,1 километра в 2023 году на участке от улицы Грибоедова до улицы Шедловского. Завершить капитальный ремонт этого участка строители планируют к осени. Всего в этом году в Сургуте в рамках национального проекта обновят еще 3 дороги. Лиана Кемва, Игорь Батищев, телекомпания «Югра», Сургут.